А перед началом данного видеоролика, хочу посоветовать вам интересный канал, Samir Play. Он снимает популярные и страшные игры, его цель набрать 200 подписчиков, ссылка на его канал будет в описании. Подписывайся, не пожалеешь. Всем привет, вы на канале Ферштейн, и сегодня мы будем проходить игру под названием, Метель, давайте начнем. Итак, вот наша старая добрая клетка. Нужно выбираться отсюда. Берем молоточек. Твою же мать! Блин, я уже плохо помню, как я проходил игру. И да, кстати, в прошлом выпуске я играл с маньяком в маске клоуна. Теперь у маньяка маска психопата. Вроде все закрыто. И все на своих местах. Чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А иначе нам будет худо. О, вот он пришел. А? Так, какая красивая погодите-ка. У него маска. Что-то здесь не так. Это с тобой что-то не так, Хех, Рофл. Видимо, показалось. Так, теперь откроем электрическую дверь. Код 9852. Готово. Теперь нужно найти следующие вещи. Только я уже плохо помню, где они. Может быть здесь? Да, вот лом. Сейчас здесь достанем часть кирки. И календарь обратно вешаем, чтобы маньяк не спалил. И теперь мне нужна рукоятка от тисков. Не помню, где он лежит. Вот еще одна часть. Кирка готова. Где же рукоятка? Нигде нет. Хм, это странно. Ха, вот же она, как я сразу не догадался, я возле нее постоянно ходил. Теперь надо как-то нашуметь. Есть идея. Сейчас, по сути, маньяк должен принести ящик, в котором будет отвертка. Вроде все выключил. Ага. Вот и ящик, отлично, скоро выберемся. А? Так, погоди-ка. Мне кажется, или я в прошлом прохождении лучше проходил. Ну хотя это очевидно, ведь я уже давно не играл в эту игру. Показалось.
Открываем бочонок унитаза. И там. Кусачки. Отлично. А вот теперь советую Чёрт. Нам делать ноги отсюда. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Этот труп, правда, похож на персонажа из Dark Internet. А это он геймплей. Слишком долго. Слишком. А ну, живо открывай дверь! Там уже псих ломится в двери, а лифт еще поднимается. Все, прощай. Ага! Медленно, где зато мы на свободе. Будь ты проклят! Пошел ты. Я тут подумал, давайте спасем человека. Готово. Ну вот такое получилось прохождение игры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Ну а с вами был я, Ферштейн. Всем пока.